Всем привет, ребята. Всем привет, ребята. Это снова вы, это снова я. Ну вот, наконец-то я добрался до этого места. Ой, шел через зебри позади меня. Видите, там речка. Вот. Ну и пасека там у меня. Ну, чтобы вас долго не интриговать, начинается барабанная дробь. Итак, смотрите, куда я пришел. Оп, вот такое вот поле. Гудеж идет, несмотря на то, что около 3 часов, третий час, поле гудит. Пчела работает. Я постараюсь помолчать. Со стороны вот так покажу, если будет видно вам. Припарочка идет. О, поле шикарное. У нее сейчас пик, можно сказать. Поле огромное. Надеюсь, ребята, что вот такой небольшой я снял эпизод, и он вам понравился. Вот, думаю, не зря я, как говорится, через брод проходил. Да и самому было любопытно посмотреть на такую красоту. Ну и узнать, как говорится, насколько еще эффективно будет это медоносное растение работать, чтобы знать, ставить магазины, не ставить, как откачивать мед, не откачивать, потому что все-таки уже заканчивается главный взяток, но это большое подспорье. Вот такие вот дела.